после лета. Наши дети выросли. Вы сейчас в этом сами убедитесь. Когда мы тут репетировали, готовили номера. Конечно, они уже взрослые. Представьте потом, что у вас будет на выпускной. Если они сейчас уже у вас такой будут тут показывать, просто чудо. Так что хлопаем, улыбаемся и поддерживаем наши. Субтитры сделал DimaTorzok.
одно уметь, к нам с ним мама идет. Я вас, ребята, приглашаю в сказочное путешествие на поезде. На красоту полюбоваться. Здравствуй, Кузика. Здравствуй, другая. Возьми меня с собой. А ты не бываешь на поезде ехать. Я что, мой вёд? Где поселюсь, там и мой дом. Ну, перед твоим домиком будет вагончик. Вот я согласен. Согласен. Ну, поехали. Присаживайся, Кузя, присаживайся. Первая остановка. Послушайте загадку. Резные ложки и ковши. Ты разгляди, не спеши. Там травка вьется и цветы растут. Не здешней красоты. Блестят они, как золотые, а может, солнцем налитые. Что же это? Коклама! Верно, ребята, это коклама. Старинный русский народный промысел. Коклама представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели. А как же драгоценные изделия появлялись? Хотите узнать? Да! Сейчас ребята расскажут. И расскажут. И покажут. И покажут. Из рыбы стол мастерить, посуду, мебель и кадушки
разные игрушки. Однажды чулок заряда взял, к нему жар птица прилетел. Он птицу кашу накормил, то шесту медом угостил. И благодарен за добро она дала ему перо. Смахни ты на сей посуды, и для тебя совершится чудо. Сказала так и улетел, мужик же принялся за дело. На черный фон, как ночь густая, ложилась краска золотая, а сочных ягод красный цвет похож на утренний рассвет. Вот здесь петух, там цветы, все не бывало красоты. Народ от быстрого ума назвал ту роспись хохлама. Хохлама, хохлама, весь народ села с ума, яркая лучистая дома дала кисти. Thank you.
хламская посуда достойна царского стола. Бочонки, ковши, солонки, а какие ложки! Хахама, хахама, медная лосона, яркая, лучистая, узорная, чистая. Наши ложки хахамские, самые лучшие сегодня. Позолота непросты, как имели на весь мир. Вяжут лето, вяжут день, вяжут светом унеень. Ой, жги, гори, заиграй ложкари, ударили ложки, как звонкие ладошки. Птица хохламская, ты лими махала, ты лими махала, злато рассыпала. Злато рассыпала, оркестр затевала. Поезд на рассвете, залились
приехали. Какая-то остановка. Слушайте загадку. Разные формы железные в хозяйстве очень полезные. Черные, желтые, красные, удивительные, прекрасные. Черные, народный промысел появился в середине 19 столетия в Московской губернии. До сих пор существуют деревни Жостово. Черные подносы с яркими букетами цветов знают и любят во всем мире. А еще можно увидеть корзинки спелых фруктов и ягод. Thank you.
странный останой. Ой, да это же вы, это папули мои, вернулись из головы. Я сейчас спрячусь, и куда же спрятаться, да? Ой, даже не отдаю спрятаться, домой. Беда, 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 вот спрячусь. Не выдувайте меня, не выдувайте. Соленька! Мама Самиры, вот, все тут на месте, вот. Вот, так что я по именам всех знаю. Знаешь что, я вот сидела дома, пока Кузя бегал, и придумала дразнилки. Они же интересные. Ну, хотите, я вам расскажу их. Хотите? Да. Слушайте, ребята? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. У кого в группе есть данилки, у них в руках опилки. У кого есть в группе Андрюши, они строят дом под груши. У кого есть Алёшки, то у них босые ножки. Вот. У кого есть Полинки, у них в кармане динки. Вот. А у кого есть Маринки, они ходят как пружинки. Бабуля какая у меня забавная. Вот, знаешь, вот, сочинила. Сейчас вам расскажу. Ну, если Баба-Яга, у тебя ничего не болит, все прошло, не спина, значит, поиграйте с нами. Ой, да пожалуйста, там мое любимое занятие. Ну-ка, а как вам играть-то? Меня встали, они меня поймали. Игрушечку, красотушечку, да? Ну ладно, ладно, я вам это припомню.
Сейчас наколдую, ваш поезд сломается, и вы пойдете дальше пешком. Чуфыр, чуфыр. Да ладно, смотри, что наколдовала-то. У тебя вместо метлы три метлы стало. Ой, ничего себе. Совсем все забыла. Вот это в город буду летать. Это на рынок. А давай лучше мы поиграем. Давай мы с тобой вместе будем летать. Да, давай-ка поиграем, и детей тоже научим. А что за игра? Я не знаю, игру с метелками. Не смотри, мы метелочки, ребята, раздаем. Как будет веселый вкус лететь, будьте метелочки передавать из рук в руки. Стоя на месте, с места не двигаемся. А как музыка поменяется, песни поют, будете к нам выходить, да с метелкой весело танцевать. О. Итак, встали, приготовились. Ручки сюда, смотри, красотулечки вытащили. Приготовились, музыка. Спасибо. Ну вот, ребята, уже
садиться, пора возвращаться домой. В России много мест красивых, не счесть. Россия, юга звеньки, северные реки. Россия, нежные цветы, ароматные синьки. Россия, солнце, аромат из скошенной травы. Россия, горько терпкий вкус рябины и травы. Россия, пение лучика, от ласточки привет. Россия, милый уголок, что вечно дарит свет. Большое спасибо за внимание. До свидания.